Представитель общественного совета при ГУ МВД России по Московской области Сергей Леонов проверил изолятор временного содержания УМВД России по Одинцовскому округу. Осмотрел комнаты приема пищи, медицинский кабинет, проверил наличие и количество спальных принадлежностей, бытовых средств и работу сантехники. Пообщался с задержанными по вопросам качества и количества питания, температуры в помещениях, обеспечения литературой. Работу изолятора временного содержания проверяющий оценил положительно.